Программа «Де-факто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». О событиях в мире криминала расскажут наши корреспонденты и я, Руслан Габрилев. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В Мозыре задержан местный житель, подозреваемый в сутенерстве. Происшествия на дорогах надо предупреждать. ГАИ проводит комплекс спецмероприятий «Скорость». Пробежал по городу, стал сенсацией. В Мозыре лось прогуливался по улицам. А также как не клюнуть на фальшивку. Важная информация о поддельных деньгах. 45-летнего жителя Мозырского района задержали по подозрению в сутенерстве. Мужчина попытался вовлечь в занятие проституцией двух своих землячек, но незаконная операция провалилась на выезде из Беларуси. Подробности сообщили наши коллеги из телеканала «Мозырь». На кадрах оперативного видео 45-летний житель Мозырского района. Правоохранители подозревают, что мужчина занимался сутенерством. Он подыскал двух молодых землячек и предложил подработку в соседней стране. Девушки должны были оказывать интимные услуги за соответствующее вознаграждение. Сутенер рассчитывал на половину от суммы денег, которую в России зарабатывали бы девушки. Средства мозырскому менеджеру сексуальной индустрии нужны были для покупки наркотиков. К слову, несколько недель назад сообразительный мужчина пытался заработать и мошенническим способом. Взял на прокат игровую приставку, а затем ее продал. Сегодня, когда криминальная фортуна от него все же отвернулась, опытному комбинатору придется ответить сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. А вот сотрудники гомельской таможни изъяли несколько партий религиозных предметов. Случаи нелегальной перевозки были зафиксированы в пунктах пропуска Новая Гута и Терюха. В первом из них гражданин Российской Федерации на своем личном автомобиле пытался перевезти предметы религиозного культа в количестве более 870 единиц. Со слов мужчины, целью перемещения данных товаров была благотворительность, однако сотрудники таможни усмотрели в этом коммерческий умысел. Во втором случае партия религиозных предметов перевозилась в поезд сообщением «Киев-Санкт-Петербург». Помимо личных вещей, неустановленный пассажир перемещал современную религиозную атрибутику – иконы, крестики и прочие вещи в количестве более 1000 единиц. В первом случае стоимость составила более 7500 рублей белорусских, во втором – более 800 тысяч рублей. В отношении граждан Гомельской таможни начат административный процесс по статье 14.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Крупная сумма в белорусских деньгах пропала из аппарата, расположенного в советском районе областного центра. Как сообщили в Следственном комитете, неизвестные похитили из одного банкомата Гомеля более 79 тысяч рублей. ВСК также сообщили, что по факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего следователями назначены необходимые экспертизы. Водитель, управляя автомобилем «Фиат», совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Момент столкновения с автомобилем запечатлел видеорегистратор. Четвероклассник из деревни Белое Мозырского района катался на велосипеде по проселочной дороге. 11-летний мальчик решил повернуть налево и попал под машину. На видео хорошо заметно, что юный велосипедист вначале повернул, а уже после посмотрел по сторонам. С телесными повреждениями он был госпитализирован в травматологическое отделение. Однако уже спустя несколько дней был выписан из больницы. На этом участке дороги установлено ограничение скорости до 40 км в час. Согласно показаниям видеорегистратора, водитель разогнался до 100. 22-летний автомобилист 26 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. На данный момент госавтоинспекция проводит проверку. Аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло и в городе Речице буквально на днях. 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Kia, двигаясь по улице Хлуса города Речице в направлении улицы Сытько, не уступила дорогу велосипедисту, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, и совершилось с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия 85-летний велосипедист был доставлен с различными травмами в Речицкую больницу. Госавтоинспекция Гомельской области с 12 по 31 мая проводит специальный комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Скорость». В ходе мероприятий сотрудники госавтоинспекции организуют усиленный надзор за дорожным движением с гласным, негласным и смешанным контролем соблюдения водителями скоростных режимов. Во время акции к нарушителям-лихачам будут применяться максимально строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством. В Мозыре очевидцы засняли, как в центре города прогуливался лось. Животное наблюдали в разных местах райцентра. Сахатова спринтера видели в нескольких микрорайонах, и, к счастью, он не стал причиной чрезвычайных ситуаций.
Вот видео, которое очевидцы выложили в интернет. Запечатлеть животное успел один из местных жителей. Сообщения об утренней пробежке Сахатова поступали из разных частей города. Его видели и в новостройках, и в частном секторе, и на кургане Славы. Специальные службы проверили каждое сообщение, но следов лесного жителя так и не нашли. Скорее всего, он вернулся в привычную среду. Специалисты считают, что животное что-то или кто-то напугал. У них уже появилось потомство. А взрослые особи, они уходят на дальние расстояния, а зимы и тому подобное. И здесь произошел какой-то стресс, и животное попало в такую ситуацию. Но, возможно, зверя напугали дикие животные, те же волки, бродячие собаки. Возможны различные варианты, и животное ушло по направлению города и попало к нам в город. Как правило, лоси редко приходят в город. В основном они перебегают дорогу на трассах и создают опасность для автомобилистов. Неосторожное обращение с огнем при курении является наиболее частой причиной пожаров, на которых погибают люди, постоянно твердят спасатели. Тем не менее, многие граждане ежедневно ставят на кон свою жизнь, зажигая сигарету, сидя на диване или лежа в постели, и тем самым практически еженедельно пополняют сводки МЧС подобными пожарами. Гомельчанину, который незаметно для себя решил испытать свою судьбу, повезло. Спасатели успели вынести находящегося без сознания мужчину из горящей квартиры. 12 мая в Гомеле в 12:42 на Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома по проспекту Октября. Прибыв на место вызова, спасатели увидели дым, который шел из двухкомнатной квартиры на последнем этаже. Звено газодымозащитной службы проникло внутрь квартиры. Звено газодымозащитной службы. На полу в негорящей комнате был обнаружен спасателями мужчина 1952 года рождения, который был вынесен на улицу и передан работникам скорой медицинской помощи. Впоследствии с предварительным диагнозом отравления продуктами горения медслужбой он был госпитализирован в медицинское учреждение. В результате пожара уничтожен диван в комнате, закопченный потолок, стены и другое имущество в квартире. Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятное – неосторожное обращение хозяина с огнем при курении. Он стал 43-м человеком в области с начала года, которого работникам МЧС удалось спасти на пожаре. Фальшивые денежные купюры, доллары США, российские рубли и евро все чаще стали предоставлять банковские учреждения для обмена. Поддельная валюта поступает к нам в основном из-за рубежа. Ее владельцы, как правило, сами не догадываются, что держат в руках фальшивку. Одна из последних выявленных поддельных денежных купюр попала к нам из Италии. Итальянские волонтеры прибыли к нам для участия в республиканском молодежном форуме. Остановившись в гостинице «Гомель», они пошли менять свои евро в ближайший банк на проспекте Победы. Усомнившись в подлинности одной из купюр, кассир банка, согласно инструкции, нажала тревожную кнопку. Волонтер был задержан для выяснения обстоятельств. Одна из банкнот номиналом 50 евро оказалась поддельной. Последний пояснил, что данные денежные средства ему выдал банк на территории Италии перед его отъездом. Согласно заключению эксперта, данная купюра является поддельной. Денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов стран Европейского Союза. Он изготовлен способом плоской офсетной печати с фотомеханических иллюстрированных печатных форм. Аналогичная купюра изымалась в 2015 году в городе Борисове. После проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий следователи удостоверились, что задержанный не имеет отношения к изготовлению фальшивой валюты. Мужчина был отпущен, и по окончании форума итальянец благополучно вернулся на родину. С начала года в области из оборота изъято 33 поддельные купюры. Чаще всего подделывают доллары США и российские рубли. Зарегистрировано 14 и 12 фактов соответственно. Евро изымали 4 раза. Наша валюта из-за высокой степени защищенности, а следовательно, больших затрат на ее изготовление, пользуется меньшим спросом. Всего 3 случая изъятия подделки на территории области. И это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». И берегите тех, кто вам дорог. До встречи.